идея реставрации Кремля сама по себе всегда очень интересная. И доступ туда граждан свободный тоже неплохая в целом идея. Что касается вопросов реставрации и перестройки, это должны решать профессионалы, архитекторы и строители. Самое главное, насколько это рентабельно и насколько это дорого. Сегодня снос гостиницы «Россия» обошелся городу и государству довольно дорого, но пока что на его месте ничего не построено, а годы идут. Я думаю, что реставрацию Кремля и вообще, если можно применить это слово к этому случаю, перестройку Кремля, надо начинать с мавзолея. После этого уже решать все остальные эстетические и архитектурно-строительные вопросы.